29 сентября кабинет ультразвуковой диагностики медсанчасти «Тирус» на несколько часов стал учебным классом. Под руководством клинического специалиста фирмы «Филлипс» Эльнара Ахмерова доктора заводской поликлиники изучали особенности и возможности нового современного аппарата УЗИ модели «Эпит-5». У нас изображение здесь на экране, да, показываем пациенту, например. И изображение у нас может быть и здесь тоже, если посмотрим на экране, вы увидите, где мы стоим. Вообще специалисты «Тируса» хорошо знакомы с оборудованием фирмы «Филлипс». Два из трех аппаратов УЗИ, уже работающих в медсанчасти, произведены этой голландской фирмой. Новый относится к числу последних разработок. Этот аппарат в России поставляется порядка около года. У него, за счет того, что новая архитектура, более высокая производительность и больше потенциал для дальнейшего расширения по опциям, по функционалу и так далее. Каждый раз, когда аппарат приходит куда-то в клинику, мы его настраиваем именно под конкретного доктора или под конкретные задачи. Даже если брать какое-то одно исследование, тип исследования, например, сосудистые исследования, доктора всегда смотрят по-разному. Кто-то начинает с одной там зоны, кто-то с другой. Опять же, построение интерфейса для одного удобно там вот в одной форме, для другого в другой. Мы каждый раз переделываем под конкретного доктора, чтобы ему было удобно работать, комфортно работать на этом аппарате. Чтобы он мог сосредоточиться именно на обследовании пациента, а не на том, как настраивать аппарат под того или иного, там, по ту или иную задачу. Ну, мы просто унифицируем сам интерфейс и эти измерения. Переделывать не будем, но опять же, мы можем создать отдельные пресеты, настройки, да, аппарата под каждого из докторов. Доктор приходит, садится на рабочее место, выбирает свой пресет и работает так, как ему привычно. Потом встает, уходит, приходит другой доктор, выбирает свой пресет и работает уже по-своему. Новый аппарат УЗИ экспертного класса. Его можно использовать в различных областях кардиологии, гинекологии, онкологии и других. Мы очень долго подходили к выбору модели. Мы смотрели модели от ведущих производителей. Это фирмы Siemens, это фирмы Toshiba, это фирмы Philips. Илья Семенович пояснил также, что при выборе учитывали и мнение специалистов, которые уже работают на различных аппаратах УЗИ. Подтвердили они вот точку зрения, что Philips сегодня выпускает модели новые, передовые и с большими возможностями в последующем программно их развивать. 16 миллионов рублей заплатила корпорация ВСМПО «Ависма» за два аппарата УЗИ фирмы «Филлипс» модели «Эпит-5». Один для работников ВСМПО, второй отправился в «Ависма». Они позволят повысить точность диагностики, снизить количество дополнительных исследований, увеличить возможность выявления онкологических и профессиональных заболеваний на самых ранних стадиях, а значит, повысить шансы пациентов на своевременное лечение и выздоровление.